Молодежный переулок, город Самара. Вот эту улицу необходимо привести в порядок. Значит, расширить парковочные места около магазина «Магнит», «Пятерочка», далее около почты, чтобы у нас люди не нарушали правила благоустройства, не парковались в грязи. Считаю, по всей правой стороне, около высотных домов, необходимо оборудовать парковочные места. Ну и, соответственно, убрать вон тот рынок непонятный, на фасадный, молодежный переулок.